Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас небольшая распаковочка Oriflame, давненько не было. Не так много, здесь, собственно, весь заказ построился на том, что Кума попросила там, типа, давай, типа, SPF попробуем, да, то есть она попросила себе и для моего крестничка, соответственно, детский. Вот, давайте скрывать коробочку, наш ножичек. Посмотрим, как оно там все доехало. Небольшая абсолютно посылка. То есть, собственно, вот, всего чуть-чуть. Так, давайте как раз тогда начнем, наверное, с того, что, собственно, вокруг чего строился заказ. Значит, два средства с SPF, то есть один детский для тела и лица, SPF 50, вот такая штука. Значит, ВАУВБ, в общем, все стандартно, 125 миликов. А ссылочки на все продукты будут внизу, сможете по каталогу, соответственно, посмотреть, да, что сколько стоит. И себе, значит, для лица она выбрала 30-ку, просто, но он только для лица, это уже не для тела, это сугубо личико мазать. Вот, и для ребенка, соответственно. Так, с распродажи я взяла, видимо, была лимитка, наверное, выводят крем для ног, просто я не смогла не взять. Ну, аромат, сладкая вишня и миндальное масло. Я просто не смогла пройти мимо. Давайте понюхаем. Сейчас. Так. Да, это вишня с миндалем. Это прям супер вкусно пахнет. Это прям очень классно. Девчонки, пока еще не вывели, соответственно, вот эту, да, лимитку с каталогов. Обратите внимание, я единственное не знаю, как бы сейчас еще осталось или нет, потому что мне кажется, что я делала заказ в последний день действия, ну, как бы, типа, старого каталога, да, то есть сейчас уже, наверное, по-новому, да, они идут, покупки. Ну, в общем, если вдруг увидите в распродажной секции, прям аромат очень крутой, наставляю попробовать. Дальше, тоже для крестника я еще заказала, это мыльца из детской серии. Вот такая ладошка. Ну, тоже отдам Куме, соответственно. И одно мыло взяла папе. Оно типа охлаждающее. Я думаю, ну, на лето как бы грех не взять. То есть у меня папа вообще фанат максимально кускового мыла. И вот, собственно, вот я ему взяла. Из серии Nurse for Men. Sub-Zero. Ну, типа ниже нуля. То есть оно типа должно хорошо охлаждать. Ну, на жару как раз будет неплохо. Дальше еще взяла гель для душа с лавандой. Тоже я не смогла просто пройти мимо. Давайте нюхать. Да, очень мягкая, очень бывает вот лаванда такая прям сильная, такая травянистая, а здесь нет, здесь она лаванда, но очень мягкая, такая вообще не химозная, очень классный аромат. Если любите лаванды, тоже, девчонки, присмотритесь. Вот к этой серии гелей для душа. Лаванду не смогла я мимо пройти, поэтому обращаем внимание. Так, ну, как всегда, они кладут какие-то эти брошюрки. Все как всегда. Накладная. Так. Так, еще я взяла тушь. Тоже она была, по-моему, в разделе распродажи. Это тушь The One. Гипнотическая. Гипнотик Депс. Глубина, что они имеют в виду. Ну, пока вскрывать не буду. У меня пока есть чем пользоваться. Но я думаю, как бы по акции грех было не взять. Давайте посмотрим, сколько она стоила. Блин, а почему они теперь не пишут, получается, цену? Почему они теперь не пишут цену за средства? Наименование товара, локация, вес и объем. А цены нет и количество. Это странно, почему-то ценника нет. Ну, в общем, все ссылочки оставлю, посмотрите. Здесь должна быть силиконовая щетка, обожаю силиконовые щетки, поэтому попробуем. Так, и в подарок за заказ, там типа сколько-то, больше, по-моему, тысячи или полторы рублей в корзину я когда кинула, мне добавился летний набор, значит, это у нас серия FitUp.
Вот такая лимитка, значит, это у нас спрей для ног, ананас, имбирь, и крем для ног из этой же серии. Обожаю вот эти штуки, которые, да, вот серия FitUp, спрей для ног, вообще просто пушка, мятный был там, ментоловый, он прям круто так охлаждал, то есть вот на лето это, конечно, вообще просто супер вещь. И, соответственно, сюда еще у нас увлажняющие кожу патчи с киви. Ага. Положите патчи на чистую кожу, оставьте на 10 минут, не смывайте. Вот, 8 патчей вот таких кружочков в виде киви. То есть я так понимаю, что это не под глаза патчи, а просто типа вместо масочки. Ну, хотя, наверное, на глаза можно просто положить, и будут круги из киви у вас. В общем, вот такой набор добавился, соответственно, в корзину. Такой типа летний. Вот. Но все будем пробовать, тестировать. Вот это я уверена, что мне понравится, потому что, блин, серия FitUp не может не нравиться. Она просто балдежная-балдежная. Вот, должно круто охлаждать. Давайте мы сейчас понюхаем спрей. Да. Освежает. Такой чуть-чуть ананас с горчинкой, видимо, за счет имбиря. То есть в чистом виде имбиря не чувствуется, но вот он немножко горечи придает ананасу. Вот, ну и кремик, соответственно, из этой же серии. Все, коробка пустая, то есть небольшой абсолютно заказ получился, так случайно собрался, думаю, ну, закажем. Все, заканчиваю болтать, надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.